inte samma självklara jubel som tidigare, utan på något vis som om lite av den här bördan bara släpper. Och vilken passning av Benja. Det är ju alldeles underbart. Навивачите за изедначување. Долга акција, еднаш, вторпат, третпат се враќа во 16-етникот или барем пред него корејците. На крајот оваа топка прекрасно се намести на ногата. Сценарий забитых мячей я не буду вот сейчас говорить, защищал. Пожалуй, вот что я по поводу этого 11-метрового скажу. Те, кто видел матч с сербами, те поймут. Те, кто не видел, если есть возможность, вы комфортного для испанцев. Вот если еще... Вот сейчас отсюда, да. Вот отсюда. Я вот вспоминаю, когда пошла эта мода, она пошла в середине 80-х. Прыгать при исполнении штрафного. В стенки пошла она из-за...